Всем привет! Сегодня мини-обзор комнаты, почти которую ремонт завершен. На заднем плане у меня Николай Чудотворец. Розетка будет меняться. Будем менять также проводку. Перекладина, где у нас будет висеть наша одежда. От верхней рейки до этой верхней рейки у нас будет идти струна, на которой будет у нас вещать штора или портьера, как еще ее называют. Портьера будет серого цвета на две половинки. Одна будет сюда, одна сюда. Доски я покрыл маслом бесцветным. Они желтого цвета стали, тем не менее. Ну вот, в принципе, и весь шкаф. На полках еще планируем сделать ящики, на нижних точно, чтобы наш маленький ребенок не мог ничего оттуда вытащить. Внизу сделал что-то вроде ящиков. Открывается это на петельках. Вот магнитик, к которому крепится дверка. Она магнитиком цепляется, и все. Там пусто. То же самое со вторым. Пока у меня здесь стоит краска и грунтовка. Дверка открывается полностью. Надо как-то еще и покраску сделать, чтобы посимпатичнее выглядело. Может, какой-то цвет покрасить. Пока не знаю. Наша кровать. Сюда еще нужно постелить матрас. Подиум, который у нас будет застилаться тканью какой-нибудь, драпироваться, потому что так просто доски мне не нравятся. Ящик выглядит таким образом. Достаточно большой. Надо еще все вымести отсюда, весь мусор. Сделал по-колхозному, как сумел. И второй точно такой же. Ящики на колесах выдвигаются полностью. Вот до сюда. Рассчитывал именно так, чтобы можно было полностью выдвинуть, в случае чего достать. По той доске будет ходить жена. Эту нам стенку из головы кровати предложили обить тканью. Возможно, это сделаем. Такой, знаете, как пупырчатый, будет красиво выглядеть. Стенку так и оставим стенкой. Эту больше украшать не будем. Осталось косяк самой двери сделать, что-нибудь с ним сделать. Вот здесь краска облупливается, вот по этой рейке. Я поэтому, наверное, полностью туда колупаю. Здесь начал колупать. Эту дверь мы будем снимать обои. И, возможно, что-то свое ставить. Там стекло. Стекло будем убирать. Пока как заменить дверь, либо что-то сделать с ней, идей пока нет. Потолок. Что с потолком сделать, вообще без понятия. Сначала вроде как хотел оставить потолок таким, но теперь решил, что, пожалуй, потолок я хочу переделать. Также надо поменять лампу, на какую пока непонятно. Обнаружил еще один косяк сегодня. Вот такой вот. Из-за того, что у меня доски просушивались здесь, на стенках образовалась влажность. Все окно у нас запотело. Теперь почернело. Думаю, наверное, пошла гниль. Доски сырые. Отколупал краску там, где пошли трещины. Посыпал все солью. Буду ждать, пока засохнет. Потом либо ставить пластиковый подоконник
Либо, я не знаю, делают так, не делают штукатуркой и шпаклевкой все залить, чтобы было красивенький, ровненький. Но из этого вытекает уже следующее. Если делать это красиво все, то вот можно сделать по красоте это все грязь и гадость убрать, потому что мне вообще абсолютно не нравится, как это вот выглядит. Также вот это вот убого сделано было у хозяев предыдущих. Как это изменить, не знаю. И сильно поддувает ветер, вот как будто прям то ли холод, то ли ветер вот отсюда. Ну, в принципе, у нас это угол темный. Возможно, нарушение конструкции там за окном видно. А может быть, что-то другое. Может, кто-то подскажет. Купили себе маленький домик с проблемками. Здесь хочу еще сделать, наверное, маленький откидной столик. Вот, примерно на такой высоте он будет. Вот так вот. Откидываться сюда вверх. Вот так жене, чтобы было что поделать здесь, я не знаю, что-нибудь. А может быть, не будет откидного столика. Будет видно. Матрас куплен. Скоро постелим. Когда я доделаю подоконник, дверь и решу вопрос с потолком. Всем, кому понравилось видео, ставьте лайк. Не понравилось, дизлайк. Жду ваших советов, если они есть. Пока.